Блок. Приемы знает. Вот это. Нормально. Может, его можно скинуть? Неплохо. Надо его добивать. Он же готовенький. Ха. Вот это я пропустил. А. Камон. Да не может быть. Откуда он столько скиллов набрался? Хорош. А! Нормально так зарядил пощечину ему. Ну, мать твою. Так, ну когда там уже закончится? Просто мне кажется, оно увеличивается, здоровье у них увеличивается. Я не знал, что финальный босс будет такой серьезный. Чё ж такое-то? Он блок нормально поставил. Хорошая музыка. Вот под такую музыку приятно драться. Давай. Шикарно. Блок. Черт. Давай. О, отлично. Еще разочек пропустил. Шикарно. Замечательно, просто. Это еще не конец. Щет, что за удар? Нормально так пропустил. Уже просто месиво такое. Ну давай.
Надо его уже прикончить. Все, упал. Хотя больше себя вколол. Хороший удар. Хук справа. Нет. Прямой. Это только начало, Снейк. Америка погрузится в хаос. Вернутся времена Дикого Запада. Ни закона, ни порядка. Пламя распространится по всему миру. Люди будут сражаться. И в сражениях они познают жизнь в полной мере. Наконец, мечта нашего отца, его Outer Heaven, завершен. Я знаю, где-то там. Он смеется. Мы чудовища, созданные человеком. Пока не погаснет свет, не исчезнут и тени. Пока есть свет, от теней не избавиться. Я двойник Ликвида, а ты его. Прямо как твой отец. Ты молодец. Снейк! Программа Сани уничтожила мозг Джей-Зи, но оставила ствол мозга неповрежденным. Она проанализировала черный ящик Наоми и отделила контрольную систему патриотов от жизненно важных общественных факторов. Вода, воздух, электричество, пища, медицина, связь, транспорт. Она отрезала патриотов от всего этого и спасла современную цивилизацию. Возможно, таким образом она решила отомстить за Ольгу, ее мать. Или она хотела сделать будущее таким, каким она его видит. Или, может быть, это была одна глобальная дефрагментация.
Fox Alive. И действительно был живым созданием. Власти патриотов пришел конец. И тем не менее, наша цивилизация, цивилизация, процветавшая за счет войны испокон времен, выстояла. Я думаю, правильно ли мы поступили, Наоми? Что мы потеряли? И что мы сохранили? Ты выглядишь потрясающе. Поздравляю. Полковник. Ты поведешь меня под венец. Ты не сердишься на меня больше? О, я все еще вне себя. Но теперь у тебя есть шанс завоевать мое расположение. Ты права. Теперь у нас будет достаточно времени. Мэрил.